Вітаємо в студії «Вечір». Гість нашої студії сьогодні – черкаський бізнесмен Раек Мокритичан. Раеку Рафіковичу, вітаємо. Добрий день. Раек Рафікович, вас без перебільшення можна було назвати найепатажнішим депутатом міської ради 2014-2015 років скликань. Кожний ваш виступ, в принципі, можна було розбирати на цитати, і навіть ваші вислови про люстрацію, які ви тільки на каналі YouTube набрали близько 100 тисяч переглядів, в тому свідченні. Зараз дуже часто доводиться чути про те, що в міській раді не вистачає такого депутата, як Раек Мокритичан. А як ви взагалі живете без депутатського мандату? Ви не сумуєте за тими часами? Ну, первое время так неприятно было, что так получилось. А сейчас думаю, слава Богу. Ну, але ж вы насправді округ выиграли. Вы просто стали заручником того нового виборчого законодавства. Нового закона, да. Ну, что, маем то, что маем. Ну, жизнь продолжается, а что? Я свои интересы держав, я держав людские интересы. Наверное, людям тоже не интересно, что их защитили. А имеют то, что сейчас имеют. А як ви взагалі оцінюєте роботу нової міської ради, нової міської влади? Чи бачите ви якісь позитивні зрушення, тенденції? Нормально. П'ятерки нету, 4 мінусом. Хоча один раз дав 4 плюса. Научиться. Ошибки зроблять. Ну що робити? Рушиться, тому що сьогодні бюджет багато, наверно, 100 разів більше грошей заходять, що при нас цього було. Конечно, сегодня можно развернуться и показать работу, только якостную работу, чтобы было все якостно, нормально все, что было. Иногда такие вещи делать, что в голову не лезет. Центральные дороги не асфальтируют, асфальтируют переулки. Я понимаю, что там надо, но закончится здесь, потом там. Это депутатский интерес, который не должно было быть. Вот так. Что нравится, что не нравится. В одному з своїх інтерв'ю ви говорили про те, що, в принципі, всі ті якісні зміни, які відбуваються в місті, вони відбуваються не завдяки депутатам чи чиновникам, а відбуваються завдяки тим підприємцям і простим жителям міста, які вчасно сплачують податки. Це я правду говорю. Я дуже мені не подобається, що возле асфальта, возле катка, возле те саме сидить депутат, стоїть депутат, лопату вроді держать, екран пішов, ушли. Хочеться задати вопрос. Тоді давайте ми предприниматели потім предприятия большие, которые бюджет деньги дают. Каждый директор, каждый рабочий будет ходить, лопатой сказать, благодаря нас. Это благодаря таких, как я, предприятиям, которые бюджет деньги дают. А здесь получается, что депутат или любой чиновник, вот они такие молодцы, это самое. А что они говорят, что они иногда и неэффективны, наши деньги тратят? Что тогда нам сказать? Ну, а як ви взагалі вважаєте, можна побороти цю тенденцію і, скажімо, таке хобі деяких народних обранців піаритись за рахунок бюджетних коштів? Ні, не можна, тому що, бачите ж, зараз виборів нету. Коли йдеш на мероприятия в різному місці, там школа 1 сентября, 31 декабря, там кінець року 31 мая, да? Нема нікого, ні кандидатів, ні депутатів. Даже нынешних нету. А вот завтра выборы. И они все появляются. Меня часто обвиняют, вот он где-то куда-то готовится идти. Мабуть депутатом, мабуть Верховную Раду. Да, я готовлюсь всегда идти, но почему-то никогда не иду. Захочу, пойду. Но хай люди нервничают. Пойду, конечно, пойду. Хай нервничают. А что делать? Я во всяком случае за свои деньги все делаю. Бюджетом не связан. Я все делаю от души за свои деньги. Хай расскажут, что они делали за свои деньги, тогда будут говорить, что хотят. Ми вже з вами говорили про нюанси в виборчому законодавстві, і трапилось так, що насправді великий південно-західний район залишився без депутата, тобто майже 3 округи не представлені. Звісно, потім міська рада закріпила за ними там певних депутатів, але зрозуміло, що кожен буде працювати на тому окрузі, від якого він балотувався. Хто сьогодні опікується районом, власне? Ніхто. Ніхто. От міський голова, якщо попросиш, ну там, чиновникам, що делайте це, делайте то, пожалуйста. Ну просите ви, наскільки я розумію. Ну, я, може хто-то, я не знаю, не буду здесь клеїти на себе, як всі. Ну, не буду говорити, що я прошу вже, тому що це теж, знаєш, як кримінал вже. І, ну да, я дуже часто прошу то или иное. Ну а що делать? І людей допомагаю, лично я вже.
Ви в той час, коли були депутатом міської ради, постійно робили акцент на тому, що необхідно розвивати саме комунальні підприємства. Да. Сьогодні, власне, міська влада за це і взялась. Як ви вважаєте, що буде це позитивною тенденцією? Ну, коли вже нову техніку купляють, да? Уже автоматично нічого другого вони не можуть. Вже повинні розвивати своє комунальне хазяйство. Слава Богу, вже я бачу, Чуваш купляє нову техніку. Деньги є, по чуть-чуть купить, і Чуваш буде потужним підприємством свого міста. Уже не надо ждать тендера такие играть, кому-то хорошо делать. Если хозяин есть в городе, он думает о своем хозяйстве, добавляют. Если так дальше пойдет, это очень хорошо. Что плохо, что свое коммунальное хозяйство потужно. Не ждешь. Деньги да, бизнесмену или не да, выйдут, не выйдут, жди, да. Свое коммунальное хозяйство, и ты уже виноват будешь, если не вообще. Не надо никого винить, уже сам. Ну, мне это нравится, когда свое коммунальное хозяйство они добавляют. Очень нравится. Ну, лично я так точно так делал, еще больше купил бы. Ну, наверное, еще больше не купить, потому что реально так. И богато денег должно экономиться. Богато. Если правильно подойти, очень богато. Процентов 30-40 экономия должен идти 100%. Ну, а еще будет? Ну, это уже есть в службе хайдевиц. Я ж не суддя, не прокурор і не міліціонер. Ну, ви насправді другий рік поспіль чистите черкаські вулиці під час снігопадів. Що, власне, чому така ініціатива і таке бажання маєте? Ну, що сказати, раз показав, що я це діяв, вже дзвонять, просять. Коли просять, нічого не можеш зробити. Уже ніж душу просили, йду сам, щоб, тому що, ну що діяти, трактор є і там, треба заїхати і почистити, правильно? Ну, жалко, що не все цінять, або опять читають, що це як порядки вещей. Здесь помощь сделай, звонят. А что нам не дали? Почему мы будем жаловаться? Кого будешь жаловаться? Это я своего кармана дал. Хочу, даю, хочу, нет. Ну, але ж бачите, люди звикли це сприймати як обов'язок. Знаете, я вчера в Фейсбуке написав кудахтину. Одну бабу отправил вон. Весь город лайкает. Посмотрев, сколько лайки, смех берет и грех. Вроде я его пишу. Кудахтин, я 5000 бабушек отправил, столько лайка не собрал, как ты одну бабушку довез. Остановку, уже все тебя лайкают, какой ты хороший. Ну, молодець, можуть люди, роблять. В передвиборчий період саме в цій студії ви обіцяли, що нового міського голову ви за власний рахунок повезете до Вірменії, аби показати, як правильно робити дороги. Що, то чи виступали вже з такою ініціативою до Анатолія Васильовича, чи готові він їхати приймати досвід до своїх колег? Ну, діло в тому, що міський голова, мабуть, щось армянське є, то він раніше мене туди поїхав. Сам. На випередження. Так, да. І своїми глазами бачив там. Когда пожелает ехать туда еще раз, я готов. Никаких проблем в этом нет. Ну, так, а есть в чем учиться? Ну, то, как асфальт делают, как дороги там, да, конечно, есть. Там реально асфальт, да, ты, в городах ты не увидишь ям. Вот в Ереване ты ни одну яму не найдешь. Ни одну. Дороги так четко делают, мосты, переходы, что я сам первый раз, когда видел, в шоке был, как это так. На трассах ям нету. Таких ям нету, как у нас. В городах, маленьких городах, где я был, я ям не вижу. А было раньше все это. А здесь Украина очень богатая страна. Наверное, первое, надо воровать, а потом вспомнить, что еще дорогу надо делать. Это в украинском масштабе, не городской. Ну, пока перестанут воровать, может лучше будет. Ну, что сделаешь. Надо, чтобы вверх посмотрел вниз. А знизу вверх, знаєш, як тяжело. Ну, ви ж насправді, дивлячись на те, що не стали депутатом, ви продовжуєте активно опікуватися районом, проводити різні заходи. І взагалі не зникаєте із такого, ну, от смотрите, простору. Ви маєте якісь великі політичні амбіції, чи просто робите це там за станом душі? Є. Стан душі, тому що я це не вчора зробив, ні перед виборами. Я це роблю з 91-го року. И буду делать. Буду я депутатом, не буду я депутатом. Будут выборы, не будут. Я ж ежемесячное делаю. Я вот сюда поехал, отправив два пакета таких бабушек, как Кудахтин, подвез остановку. Только он останов подвез по пути, а я еще своего кармана деньги доложил, им пакет отправил. Потому что звонит, говорит, нема че жрать, голодуют. Учительница звонит, что есть у нас семья, которой уже не можем помогать, помогите чем-то, и у них дома ничего нет есть. Отправил пакет, хороший пакет, поверь. Ну вот так, я ежедневно это делаю, ежедневно. Если не сегодня не сделал, завтра, значит, два раза надо кому-то делать.
просьбы постоянно. И 91 года, когда начинают деньги зарабатывать, я это делаю. Но я только понял, надо это показать. Почему? Я сегодня приятно по городу. Мне столько людей спасибо говорят. Я их не знаю вообще. Здороваются, не знаю. Мне это приятно. Мне никто потом не скажет, вот что на приехали. Вот. Я делаю и буду делать. Независимо от того, буду я где-то, не буду я где-то. Ми до речі помітили, що ваша робота не закріплена по таким, скажімо, територіальним принципам, тому що от буквально на ці вихідні ми бачили вас в Черкаському інституті пожежної безпеки. Ви що правильно там робили? Мене позвали туди перед інститутом, перед студентами виступити перед этим. Мені настільки приємно було сидіти чоловік 100, мабуть, може менше чуть. І питання задають, як, що, чому. І сам думаєш, ну приємно було. І я їм обіцяв автобус. Я и сделал этот автобус, подарил. Настолько мне понравилось, что обещал, раз в месяц точно поеду, дам автобус. А дальше видно будет. Вот в воскресенье будет ехать очередной автобус. Опять же, не хочу вернуться туда. 75 бабушек поедут в монастырь, Медведевку. И объявление каждый день идет по антенне, по Экспо-ТВ, что каждый воскресенье автобус едет. Всего города, не округа. Всего города. Но я же, если иду депутат, надо какой-то один округ, правильно? У меня и 20-я школа, правильно? И Химселище, вот это КСН, и вокзал, и всем, Луначарк, всем помогаю по чуть-чуть. Меня никто не может упрекнуть, что вот он в своем округе только делает. Это я везде делаю. Хай они только делают. Только своего кармана. Хай покажут своего кармана. Не купили 10 коробок конфета и весь Фейсбук, ой, какие вы молодцы. Хай конкретно показывают, что они делают. Это уже достали. Я думаю, что вы очень активно слідкуєте за новинами завдяки Фейсбуку. Як взагалі оцінюєте вчорашню бійку в обласній раді? Скажімо, за мову. Саме з мовного питання. За мову. Я перед этим був в ефірі, я сказав, що в Україні должна бути українська мова. Но, зараз армянську, українську, по-русски скажу, це саме. Ви вчите українську? Я стараюсь учиться по-українськи, розмовляти по-українськи, якщо треба, не треба, а надо. Але до того питання повернемось. Да, возвращаюся до цього питання. Ну, понимаете, если человек делает ошибки, да, при разговоре українського, ему неудобно, к примеру, я не знаю, кто там був. Сам факт неприятный, понимаете? И сегодня это играет руки России. У него будет очередная причина. Вот видите, русский язык русских уничтожает Украину. И никто не спросит, что там было. Просто так покажут. И очередной раз иди оправдайся. Зачем дать повод? Хотите биться, вы хотите, бейтесь сколько хотите. Потом зайти за зал. Не говорите друг другу, но биться это нельзя. Люди смотрят, смеются. Зачем? Мне абсолютно все равно, кто там был прав, кто не прав. Я там не стоял, не это самое. Но когда вот такие вопросы... За мову, уже за мову войны начали. Вот хай спросит тех матерей, тех жен, тех детей, которые остались без домов, без родителей, без отцов, без сыновей, да? Хай их спросит, что они думают о таких, как они. Пока беда не коснулся нам, не можем так говорить, так поступить, понимаешь? Никто же им здесь дома не дает, никто им лишний раз не дарит ничего. Люди стали один-один своей бедой. И сегодня вы накалаете обстановку и так накаленную. Зачем? Для кого? Для чего? Нет, я не считаю, что это правильно. Украинский язык однозначно должен быть первым и единственным. Это все остальные уже вторые. Это 100%. Называется Украина. Его язык это должно быть первым. Понимаешь? Ну, получается, как получается. Сперва не хайзайновали, а сейчас вспомнили за украинцев. Слышите, доводите до европейского уровня, доводите то, что потом начинайте вести то, что хотите. Ничего не хотят делать. Наступне питання я хочу задати не як політику, а як бізнесмену-підприємцю, тому що з 1 січня відбулось підвищення заробітної плати вдвічі. Як на вашу думку, чи вплине це позитивно, вплине це негативно? Можливо, ви вже маєте якийсь власний досвід поділитись і розказати, до чого ж призведуть такі покращення? Ну, великий бізнес візьмемо, да? В принципі, на мене так вона не вплинула.
что возьмем, было 3200, сейчас стало 3200, раньше было 1600, у меня никто 1600 и не получил. Но когда поднимается зарплата, правильно, не должны подняться цены, тарифы и все остальное. Но при поднятии за зарплату 3200 уже даешь, да, людям, они уже то не могут купить, чтобы за 1600 купили. Автоматически цены подняли, коммунальные подняли все, тепло и все поднялось. О каком поднятии зарплаты идет речь? Подняли, но только не дайте расти все остальное. Еще они только говорили, цена пошла наверх на все, в буквальном смысле, на все продукты питания, на все. Что дальше, как человеку жить? Это фактично шило на мыло. Ну да, на что? Да, бюджет деньги больше зайдет. Реально больше зайдет, да? Ну хорошо. Больше можно сделать. Да. Можливо, дороги такие побудуют, как в Германии. Не, дороги уже точно сделают, потому что деньги, которые сейчас остаются на местах, это хорошие деньги, реально можно делать. И сегодня еще закон Порошенко принял, очередной реально хороший закон, что доход от таможни 50% областных этих самых остается на местах. Это добавочные деньги будут то, что еще зарубляешь. Это достаточно хорошие деньги. Просто опять подходит этим работам. Вы представляете, сколько денег раньше Киев ехал и куда эти деньги шли? Ну, але ж зараз ми бачимо зрушення на місцях, бачимо, ну, да, що робляться, да, об'єкти, да, виділяються кошти на школу. Міста з цими деньги чітко поработали, вообще супер було. Ну, а ви як оцінюєте їхню роботу? 4 мінуси. Плюс давав, зараз мінус даю. Чому? Ну, так хочу. Не хочу я говорити, а не работають, хай работають. Моє діло. 4 мінуси. Реально 4 мінуси. Научиться – хорошо. Плюс поставить 5, вряд ли заробит. Ну, ви так зразу песимістично. У них ще декілька років попереду. Можливо. Слава Богу, я що плохо. Когда 5 причин нету, а народу треба балакати. Хочу вам задати питання з приводу присвоєння вам звання почесний громадянин міста Черкаси. Деякі активісти виступили з такою ініціативою. Ви як ставитеся, чи готові прийняти? Ну, я сперва, ну, послушав, я думав, що це нереально. А потом за спиной КСН и там Юго-Западный район, библиотеки и все остальные школы собрали, собрание делали, сделали общее решение, что мне присвоили, ну, что Миская Рада дала почетного гражданина. Я когда узнал, что это все идет туда, я сам приостановил, потому что думаю, блин, в прошлом году столько дали, сейчас мне припишут то, что есть, что нема. Что не сказали на них. Так сейчас... вы не захотели? Я не захотел. Все выскажут против меня. Я не захотел, честно. Она мне... Тобто ви побоялися негативної реакції? На що, ви думаєте, мало? Армян приїхав сюди, армянин, і давай, уже почесного гражданина дають. Уже все забувають, що ти зробив, що не зробив. Ну, ні, я сам приостановив все це, не хочу. Ну, але ви допускаєте колись повернутися до цього питання? Ну, сперва я не повинен повернутися, повернутися навіть не вони, якщо уж на то пішло, правильно? Але ж ви призупинили? Ну, я призупинив, тому що, не знаю, я не уверен, але не хочеться... лишние разговоры. Получается, столько делаешь, и что тебе будут что-то говорить, тогда меня не остановят, я буду жестко ответить на все это. Не хочется лишней войны, не хочу. Хай. Хай пока так будет. Ви говорили про те, що ви активно опікуєтесь Південно-Західним районом і про те, що депутати міської ради, в принципі, зараз там не часто з'являються. А як з депутатами Верховної Ради? Допомагають вони вам у вирішенні тих питань, якими ви займаєтесь? Я чесно скажу, лично за мене, мне помогал бывший депутат Ильяшенко, когда проблемы были таможенные, реально помогал, он со мной, в Киеве ходили, мы двери стучали, начальники от нас текали, и он ни один раз не отвернулся от меня. Мне этот раз навстречу пошел Петренко и пошел со мной, молодцы, я даже не думал, что пойду, но реально пошел со мной тоже. Голуб тоже не отказался помочь. Дуже приємно було. А, ще один раз мені Зубик помог, коли 20 днів машина стояв на таможні. Я позвонив, обращався, відправив в Запад його, і машину відпустили. Було, я скажу, що грех. Ну, в зв'язку з цим, от ви трогали пожарний інститут, що я хотів сказати.
вот наши депутаты сейчас должны активно работать для нашего пожарного академии. Что не забрали, не передали, ничего не сделали. Ребята, пожалуйста, это честь Черкас, надо стоять свою честь. Все-таки вы депутаты от Черкас. Помогите. Если я там был бы, точно она осталась. Ну, а вы попробуйте. Тобто ви говорите про автономію Черкаського інституту пожежної безпеки. Так, автономія, що кожен начальник приходить і щось не так. Ну що робиш? Скільки можна шапки міняти бідним пожарникам, інститутам, академіям? Хватить. Одні дають, другі забирають. Так теж нечесно. Або не дайте, якщо дали, не забирайте. Ну це що? Соєднюють, сокращають, додають. А краще не стає, тільки хуже. Я думаю, що перше лице Черкаської області теж має думати за такі речі. И вчерашний инцидент депутатский должно первое лицо, что дав свою оценку. И глава Рады, и губернатор. Если помолчат... Вы говорите, власне, про оценку, еще про больше какие-то, скажем, радикальные кроки? И... Конечно, радикальные кроки. Заходы должны быть. Например? Вчера был инцидент, да? Был. Что в следующий раз не было, сразу правоохранительным органам надо вынести конкретное решение. Надо? Что люди видели, что есть власть. Вот и все. Правильно? Институт. Надо ходить, отстоять губернатору, глава Рады, депутатам Верховной Рады. Отстоять свой институт. Надо? Надо. Они же здесь для чего? Что Черкасскую область защитили от всего. То хай защищають. Ну, я в такому випадку пропоную на цій оптимістичній ноті завершити наше з вами спілкування. Ми вам дякуємо, що ви стали гостем нашої студії сьогодні. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з черкаським бізнесменом Раєком Макарфічаном. Дякую, що були з нами.